Отчетно-выборная конференция ветеранов войны и труда проходит в эти дни в Якутске. Больше 100 делегатов примут участие на двухдневном мероприятии. За два дня рассмотрят и проведут итоги пятилетней работы нынешнего состава Республиканского совета ветеранов. Сегодня пройдут выборы нового состава, а завтра, 21 октября, уже новый состав встретится с руководителями министерств и ведомств. Мы работали по трем основным направлениям. Это вопросы социальной защиты ветеранов, это патриотическое воспитание молодежи и увековечивание памяти наших участников войны и ветеранов тыла труда. И также, конечно, отстаивание исторической правды по истории нашей республики и России. Поэтому сегодня мы определим, значит, наши задачи на предстоящие 5 лет, а это, значит, задачи будут совпадать подготовки к 7-летию Великой Победы.